Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Донбасс, с вами Киберплейс, и сегодня мы будем наблюдать за турниром под названием Киберплейс Fast Cup под номером 5, который проходит при поддержке такого спонсора, как Skateshop Weberang. И первая игра на сегодня — это команда SD против команды Emphatic. Вот так вот. Комментировать вместе со мной будет сегодня товарищ Пломбир, которому мы звоним сейчас. Улё, улё, улё. Алло, алло, привет. Ну, тебе не очень сильно громко слышно. Да, так. О, это уже круче. Так, ну, перейдем мы к банам, наверное, сначала. Забанили у нас Виспа, Найкса, Фантом Лансера, Квапу, Дарксира, Лон Друида, Вертолета и Шадоу Демона. Ну, в пике у команды имеется Нукс, Магнус, это у команды SD, и Батрайдер и Кипер of the Light у команды Emphatic. Вот так вот пока что у нас идут дела, но будем наблюдать дальше. Так, цей тип сейчас играет в паблик, да? Да, Картмана, кстати, нет, у нас будет ремейк. Картман решил поиграть в паблик перед турниром. Ну, бывает. Прикольно. Разогреться, да. Ну а то. Так, что мы видим по пикам? По пикам мы видим Магнус, который пойдет, наверное, в центр стоять. И Нукс, наверное, будет он на сложное, мне кажется, стоять. Ну хотя можно взять его как и в саппорты. То есть такое. Посмотрим. Когда возьмут уже еще плюс два героя, команда SD. Ну а эмфатики взяли у нас Котла. И, наверное, еще Рубика надо. Какого-то сюда. Который будет телекинезить его. И потом задувка просто на ура будет заходить. Так. Дизраптор. Да, Дизраптор. И вот он, Рубик. То, о чем я говорил, кстати. Ну, цей, походу, буде трипла, оце Дизраптор, Нукс Асасин. І ще з якоїсь карі вони ще візьмуть. А в харду когось інакше опікнуть. Ну, Нукс не піде в харду, я тобі кажу. Чека. Ну так, да, тут таке рішення. Кстати, Нукс ще може і в мід пойти. Тільки зря він отошел немножко назад. Ну, Нукс ще може в мід пойти, я ж говорю. Ну так, да, так. Да. А Магнус може на сложне стоять, то есть такое. Так. Поставил я не в сети. Себе. Чтоб никто не тревожил меня. Точно так само замучу. Отвлекает постоянно. Сообщения какие-то приходят. Вообще борода. Так. Ждем. Уже бонус тайм идет у команды SD. Секунд осталось. Ого. 10. Неужели будет рандом? Это же будет борода просто. Ты что, прикольно? Вайпер! Ого! 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 Интересно, интересно, интересно. Сейчас вообще будет трэш, если Вайпер будет фармить в трипле, а Магнус пойдет в мидл. Это будет прикольно. Ну, Вайпер тоже такой герой, который может пойти как и в мид, но в керри его брать что-то мне вряд ли кажется, что ребята возьмут его в керри. Ну, ты представляешь, яд там еще и рапира у него сверху с дезолятором, это ж дурдом просто. Так... Фантом Лансера забанили, Некса забанили, да? Угу. Ще всіх керрі таких нормальних забанили. Не знаю, Луна якась, ну Луна з Емфатіком не дуже. Там Сларк, кстати, юзался у Емфатіків на Лані. Да? Це було воскресенье, ходив, смотрел.
Там Картман просто в миде сначала его унижали, потом он сказал хватит и просто с громкими словами на весь зал начал просто... Ланайка в мид, походу. Да, Лана идет в мид, но хотя смотри, Лана в мид, если вдруг Вайпер пойдет в мид, знаешь, то есть такое может быть. Сейчас все покажешь. Ну да, ну смотря тоже, эмфатики тоже молодцы, взяли темпларку, видя, что есть яд у Вайпера, то есть что-то, пуш что-то знает, мне кажется. Так, 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 а кого это забанили? Ай-яй-яй, что-то я не понял. А где последние баны? У тебя есть последние баны? Да. Есть Клокверк, а у них кто? Нету. А, ну круто. Привет, Валф. Nature Profit. Ясно. Так вони підуть, короче, фафанці в трипло до них, походу, а Профіт тупо буде стояти соло ізі. Ну да, сложно. Или не... Подожди. Ізі-ізі, фафанці, вони підуть до них просто, якщо так буде. Ну, тип... получается, что Вайпер идет как керри? Да. Йой-йой. Ну, я еще такого не видел. Не знаю. Та і так зараз буде ремейк. Ну да. Снова. А там Аліхоп загрузився, да? Чи він просто вийшов? По-моєму, да. Или вийшов, я даже не знаю. А він теж стримить? Нет. Ти що? Ясно, ясно. Я единственный просто. І то, знаєш, на одну игру, і потім дві ігри з командой К-Мафія. К-Мафія? Да. К-Мафія. Хорош. Ясно, ясно. И потом дальше пробуем смотреть турнир. Так. Антимаг. Антимаг. Да. Самое то просто. Так. Скрываю я таким скрином все дела наши. Покинуть игру. Ага. Теперь сейчас новый лобби мутишь, да? Ну да. Должны... Да. Пушер уже снял. Ясно. Диско-карт. Игры друзей есть. Хорошо. А хип-хипа за эмфатики играет? Чи це просто плюс такий? Не, Emphatic вообще команда это Pusher, Cartman и плюс 3. То есть вот так ага. Вот. Ясно. Так, ждем последнего игрока. Я думаю, уже можно открыть лобби. Точнее, экран сделать каким-то таким, что ли. Ну что, Петро... Підійшов до нас. І зараз будемо починати, да? АП? А АП постав? Така різниця. І я тебе маляю. Ще знову будуть банити пікати. Оце ж буде класно. Може пів шостої. Як скоро день проходить, капець. Так, і опять наблюдаємо. Зовсім. А, він відключився, вони хочуть АП. Давай АП. Окей. А що там, Саша Волк грає чи ні? В Тетріс? А, в Тетріс. А в Тетріс, так? Він, походу, в лол грає, типа, щось, як стратегії. Типа Санчо Вульф. Ну ти да. Поняв, да. Да. Так йому в Тетріс треба грати. Та ти шо, він там розриває. Якась гов сиділа. А. Ну. Хто у нас последний там? Не зайшов. Junior, Junior, Bob. Ясно.
А, коротше, мені прийшла інфа, що цей тип, який був за них, він не знає, як вийти. Шариш? А, ну чо, буває? Да. Просто сидить, чекає. Так, походу, консоль, шариш? Ну, не заюзав, і тепер просто сидить і чекає, поки закінчиться. Не знаю. Вау. Alt F4, братюнь. Оп-оп. Так, вот я сделал. Теперь чатик вижу весь. Контролю. Ну как контролю? Надо альтабаться. Ну ладно. Так. Что я хотел? Ну что там? Сейчас я тебе кину, почекай. Ну короче, друган пише, що він не знає, перше не знав, як вийти, тепер не знає, як зайти. Ну короче, чувак, який дуже довго грав в першу доту, в нього був типа фіговий комп, але недавно в нього просто грейданув, і три дня, як грає в другу. Походу, знайшло собі плюс один. Я не знаю, що це за траш. Да. Начался спам разный. Угу. Как всегда. О, зашел уже. Хорош, все, go. Запускай. Угу. Конечно. О, и шейки стип. Ну, он, походу, не встиг. А ти типа бачиш все, що я пишу, да, білим? Багато кольорів тут є. Зверху, типа? Да. Або та. А на карті оце ще Middle Tower. Чи ні? Ну та бачу. Ну, окей. Пошли тут всякі нехороші слова. Так теж. Оп, оп, оп. Іконочку. Так. Олпик. Разбегают. Разбегаются ребята. По героям. Ну же. Дисраптор. Ясно. Я даже не знаю, как тут вайпер будет вообще. Сейчас побачишь. Блин. Мне интересно, как он кэрри пойдет.
Ні, ну, в принципі, там Disruptor закриває, а Viper, типа, ну, з цим своїм ядом, там ж бешений слоу, коротше. Угу. Я рахую, якщо вони підуть в офансію проти їхньої трипли, думаю, їм легше буде. Там Котл задуває, а Нюкс просто включає Карапась. Котлу теж больно. Ну да. Так. Команда Emphatic. Evil Hunter играет у нас на Рубике. Хипулька играет у нас на Антимаге. Кома играет у нас на Котле. Это у нас Карт играет на Templar Assassin. И Пушер играет на Батрайдере. На SDG. Команда SD. На SDG играет у нас на Магнусе. Адмирал Ведмит. Ведмит. Ну, это лайк Адмирал Бульдог, да. На Начал профити. На Дизрапторе играет у нас Джуниор Феникс на... хотел на Карапасе сказать. Боже мой, на Нуксе. И последний у нас Шаман Год играет на Вайпере. Ой, хорошие пеньки просто. Именно надо было сюда идти и вызвать отсюда пеньков. Не, ну... Тактичний ход просто, і все. Я понял. Так. Чекай, а як ці графіки поставити? Щас я найду. А, ігрова статистика, да? Ну да. Где-то отнято. Все дела. Ой, что у нас получается? Ой-ой-ой-ой. Антимаг будет идти в соло на фрифарме, кстати, внизу. Ну, Магнус и Темпларка, это понятно, в миде будет, и трипла сверху будет. Это интересно тоже посмотреть за этим. Трипла на фрифарме. Фурион, короче, фармить лиз, понял? Да, в том-то и дело. Антимаг? Не знаю, на що вони це зробили, тому що якщо його не гангати, потім дуже буде боль. Це понятно. Так, тут напалом поливають всіх, потихонечку у нас пушер. Так, що у нас ще тут? Дисраптор на пулах. Щось буде там лаву получати. Ну да. Угу, Eliminate включал, смотри. Кома у нас первым скиллом. Не знаю. А, кома. Ага. Я думал, чакру вот лучше качать всегда. Первое. Не знаю. Да я тоже Eliminate на постой качаю. Ну то есть, знаешь, один раз задул и потом маны нету. А так второй левел дождался и потом задуваешь. С чистой совести. Такое. Да. Так. Профет, смотри, вниз уже пришел, кстати. Получил он второй левел, а тут уже хипулька третий. Вот так вот. Так, с банками уже герои, которые о, стоят. Давай, починай его напрягать, ну, попали просто ему ману и все. А. Это даже на телепорт не мало. Ну, да. Як, даже на пеньки обыкновенные. Все правильно. Так, что у нас тут? Ланая, Магнус. Однаково. Забираю знизу руну Ланая. И что это у нас? А, реген. Ну норм. Так. Пауза. Тактическая пауза, наверное, вот команда SD. Такое будет. Ой-ой-ой. А чекай, от мене красні в РДА. Ну ясно, це і CET, да, я бачу. Mm-hmm. По одному в РДУ. А це, кстати, пофіксили, шариш, тепер одну пачку можна купляти в РДУ. Ну да. Ну, трошки до 6 минут. Да, не прикольно, кстати. Купив одну пачку, поставив, і девардали, і все. Нема в РДУ на 6 хвилин.
Да, таке теж возможно, діги. На приколі слегка, типа. С клавиатурой хорошо будет работать. Такая сахарная клавиатура просто. Что надо прям для дизраптора. Ну тут вообще трипла, смотри, вот никак не дает боя. Никакого, точнее, боя. Ну сейчас, если, я думаю, дисраптор зайде отако, закриє якогось, буде First Blood. Ну, але там, короче, Firefly, хіба если Рубіка або Котла. Ні, Рубік не підставиться, тому що Рубік піднімає. Цей зразу на Firefly. Тут, типу, тільки вигідно кому гангати. А кому він задуває на постой. Ясно. Так. Даже не знаю. Снизу в миде просто все отлично. Ничего интересного нету. Стоншилд, кстати, купил антимаг себе. И топорик. Так, 800 на руках. А, что у нас тут вайпер? Вайпер есть сапог, есть резбенд. И все. Мне кажется. Не получается карапасы включать под задув, я так боюсь. Это ж Феникс. А, Феникс? А, Петро, это Петро. Ясно, ясно. Так. Ну, вайпер терпить від задую, не знаю, треба щось робити. Отако просто стояти, фармити, а він дозадуває його. Ну, да. Фуріон під тавером стоїть, не знаю з чого. Хіпа вже кольцо. Далі, так, да. Тут темпларочка у нас заходить на ХГ к Магнусу і все. І все, що ли? Ех, слабий. Короче, у нас тут просто намечається китайська дота, і все. Та-та, понятно. ніхто не хоче просто поставляти. Да, ніхто не хоче програвати. О, шестой левел в антимаг уже. А у профета пятый. 5.5 просто. Есть, и Сандрик раз, прыгает. Два. Ну так себе. Ну, если крипы бы были у тута, я думаю, он бы его забрал. Просто прыгнул бы на него. Тычка. Ну, да. Тавер просто. Любит агриться. На всяких там. Да, есть инфа такая. Так, тут Картман просел, смотри, в миде. И отпивается он баночкой уже. Что у нас тут Магнус? Магнус есть реверс полярити. Я думаю, через левела 2, наверное, придет на топ и просто уйдет эту триплу. Но посмотрим. Не будем забегать вперед. До речи, Магнусу РП дуже пофіксили. Бачу? Ну, чи на першому левелі, да, 50 дамага. Раніше Магнус когось в соло міг забрати, а зараз по РПшиті, типу, не відчувається. Як? Так. Так. О, дивись, антимаг напрягає цього. Сейчас ще один блінк буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Буває. Да-да-да. Хіп просто не рассчитал. Вайпер вообще застряг в деревах. Да. Ого, дивись, який там пул, короче. Накріпів. Тройной, да? Да, тройной степ. А, тройной. Ну, я думаю, надо... Магнус збирається гангати, я бачу. Ну, походу, під вардом зайшов, і вони вже от сюди відійшли. Ну так, ну так, ну так. Ну, не по таймінгу, варт якраз... Під вардом, ну ладно. Ні, ну варт якраз, походу, впав тільки що, да? Бо він зайшов під вардом, варт якраз розбився. Окей. Так, ще один должны сделать или нет? Не, не делают ще один пул, ребята, почему-то. А надо было, да. Крипы есть, и надо было отвести их. Ну, провтыкали. Так. Ну, вообще ничего интересного нету на карте. Котел только задувает у нас и... Ничего просто.
А чекай, оцей червоний варт, це типа кого? Дайер. SD. Дайер. Да. Ну окей. А где он стоит? Ага, такое поставили. Ну правильно, чтобы видеть, когда пулят ребята. Да, да, на 8 хвилин не додумались поставити, типа. Ну, в КД просто было. А, в принципе. Я сам завтыкав сюсь. Матьлох. Задувайку. Ой. И... Не, не в куда просто. Так. БТ у Тимага появилась уже. БТ? Да. Ну, Антимах сейчас топ-фармер, да, получается? Ну да, 52 крипа, потом идет у нас Картман, 45. И потом у нас на Магнусе, кто у нас? Диги. Диги, да, тоже. 31. Трипла вообще с ОВН оправдала? Ой-ой-ой, тут сейчас будет отличный просто замес. Реверс полярити по двоим, ставится у нас тут. Все просто влетает в команду Эмфатик, и будет ли размен какой-то? Да. В 1-1 уже размен, закрывает у нас, проедает рубик дерево. Картман. Картман живет до конца просто. Еще задул у нас кома. А Картман с дедами сейчас можно раздать пацанам. Ну, как видишь, что-то не получается у них этого сделать. Но пушер должен же видеть кого-то тут. Минус Магнус. Да, минус Магнус, минус Нукс и все. Да, да, и все. Получается все. Антимах вас сейчас тупо формует, разумеешь? Ну, типа... Для CD вообще не выгодно ничего было. Ну, сейчас просто наступит 25 минута, где просто борода будет. Там мантастайл и вышки пойдут просто крошиться на мелкие кусочки. Так, глиф юзают ребята из SD. И это просто шанс, чтобы забрать товара ребятам из Emphatic. И в чем весь прикол? Дивися, Viper четвертый левел, да? Пятый уже. Пятый. Петро пятый, а Disruptor вообще третий. Против них стоит трипла, яка, ну, майже всі шостий левел вообще. Бетрайдер сьомий. Пятый, сьомый. Угу. Ну, не знаю. Пулеса вообще не оправдовывает, я так бачу, для Disruptor. Одного крипа від пули хороший. Свапнулись, до речі, лініями. Мідл пішов Фуріон, а на низ Магнус. Ну, Магнус зараз теж буде отримувати, мабуть. Так же, як і Фуріон, мені кажеться. Так, Фуріон купив уже рецепт на Меку і чекаємо баклер від нього. Так, що у нас тут? У саппортів є. У саппортів смок є у Фенікса. О, и Вась фарм задувает котл вообще. Отлично. Я только же посмотрел на это. Ладно, думаю. Бывает. У Рубика арканы, Батрайдер 900 сверху. Есть тапок, есть базилка, есть щиток. Что у нас? Тендлер Ассасин, фейзы. И банка 1700 сверху. Будет это дагер. Антимаг. Персеверанс. Да. ПТ было и 800 сверху будет этот баттерфляй, как вот я это... понимаю. Давай и... самого... Да. Давай, говори. Плюнули тут сильно в Рубика. И Рубик сейчас, да, отмирает. Сдувает котел, минус вот пушера. Еще тут дизраптора догонят батрайдер или нет? А, догонят. Сейчас еще один стак. Есть мана, есть все, чтобы убить этого. Ой, хороший импейл просто. Вот Феникса. Да, на Firefly, ну хорош. Неплохо. И вот он, дагер появляется у Templar Assassin, и это будет очень плохо для команды SD. Очень плохо. А, тавер сбрили. Точно. Я думаю, что-то пропустил. А котом дальше просто ходит, сейчас знов сюда задует. Типа. А. Ангаты Фуриона сейчас хочешь, походу. Наверное. Чи це Діги? Да, це Магнус. Оп. Ну, надежда, а на тролейбус немає це. У Сіді надежда, що у Магнуса появився дагер, і він влетит по четверим хоча б. І потім там розкастується вся команда. Да, Disruptor спитує. І нормально було б. Ну, ну от. Що подивимось.
Так, антимагу до БФ осталось там 1100 на этот. На что, боже мой? Клеймор? Клеймор, Клеймор да. или... Ой-ой-ой, прыгает карты и минус у нас товарищ Дистраптор. Ну, Руби как-то застилил, отлично просто. На варды. Как раз. И смотри, идет перетяжка на низ. Где? Будем Где, от где, вайпера. где? Вайпер тут Був би тут варт, виходить. вайпер вже видиш. Ну, вайпер читає ігру, Ну як да. ладно. Що, хоче гангати. Зараз будуть просто пушити цей тавер. Да. По миду, кстати, уже забрали тавр. И остается только забрать Т1 снизу и. Команда отрезана почти на Треба було половину. ілюзію відвести кріпів дальніх. Дальніх, каже, цих даєрських. Було б прикольніше. Тут же есть котл, который задувает. А, ну, теж логічно. Зараз Магнус має влетіти, але дагера немає. Ну да, там еще 200 голдов где-то. Да, 200 голдов до даггера. Що, на тролейбусі можна було б. Да, не. Опасно. Ні, ну прикольно, що коли він залітає з дагера, а потім тролейбусом вивозить, типу, подальше до них. Так, куда у нас улетел? Фурион, фурион, фурион уже, кстати, с мекой. Да, тоже такое классное решение, меку фуриона. Ну, типа соло стоял. Ну, я там знаю, медальку лучше бы собрал бы. У Мека тоже нормально, Ну, меку полезность. как-то лучше, я не знаю, тому же дизраптору. Дизраптора вообще фарма не было, дивись, у него даже на ботинок немає фарм. Фармить Мека то кто може, как бы с самого початку. Так, и ребята. О, Ой-ой-ой. Батрайдера тоже дагер. Батрайдера дагер. Вот начнется сейчас просто Сейчас экшен. стало. Большой экшен. Сейчас прилетит Смотри, только Патрайдер дагер. залетает. Оп. Оп, цепляет у нас кого? Боже мой. РПФ одного. Минус Магнус. Да, Магнус отцепнул. Минус Магнус. Тут же есть Феникс в Никс виндете. пульти. Находит он Рубика, убивает Рубика. Да, один размен, и тут должен улетать у нас Come with me. Камфлай возьми, точнее. А Фуріон рішає, я бачу. Дальше йде за Лунаю. Вона тут інвізі, щось і... А, в неї дагер. Ага, Просто сгорел конець. еще и вайпер, кстати. Да? Кстати. То так. А, Я не кстати. заметил. 3 в 1 у нас. Подрались ребята. Ребята с даггерами. И у Магнуса опять, смотри, 400 голдов до даггера. Оп, Сейчас подняли Феникса. накажем, да? И нет у него маны вообще. Я должен... Умирает. Да, умирает. Забирает карты этот фраг. Что дальше будет карт тарить? БКБ нет. Или Дезоль сразу. Дезолятор піде, просто буде розривати. Буде. Так, вайпер настолько жесткий, что пошел в лес просто. И БФ появляется у антимага. 16 холон, нормально. О, минус Кто Магнус, тут у да, нас? минус Да, Магнус. Магнуса тут у нас Але забрали на останні батраги. гроші купив собі дагер. Нормально, Это че. надо просто похлопать. Да, не розтірявся, пацан. Так, хип уже пошел в леса. Летает он по всей карте уже. Что он купит? ТП. Покупает, делает ТП в мид. Будет фармить пеньков сейчас. Отличный глиф просто от команды SD по таймингу. Ой, прыгает у нас темпларка и, по-моему, да, ее возвращают просто на место. Хорошая игра с дизраптором. Так. Магнус має дагер, сейчас може так. И О, Ривер Полярити РП. прыгает, двоих Погрози. увозит. Троих, точнее, увозит, ставится хорошее кольцо. И есть уже минус Котл, минус Рубик. Темплерка сидит, Блинк Даггер отсюда.
І Батрайдер теж делает свой Firefly. А я Дальше от это думаю, Рамеса. чого дисраптор надає ульте? Так він ж п'ятий лав. Ну нормально, чи? Типа закрив, а ульти, бачу, немає. Думаю, тип протупив. Уже шостий. Не вкачує він її. Тут Фуріон улетел, чтобы задефать Тавр. И не заденайл просто. А просто блинкало там все. 1700. Я думаю, это будет Яша скоро. И тут, смотри, цепляют у нас Батрайдера и... Ой, о, Батрайдера. Батрайдер цепляет Магнуса. И Магнуса забирает карту. Да я вообще не понимаю, они просто по по одному одному ходят ходят, по да. карте. Да. И тимплай вообще на щетке. А, мы себе дальше фармать. Сейчас на 25-й холоне... Что он там себе несе? А, ну я же принес, антимаг уже, майже принес. Просто на 25-й холоне с монтой будет влетать в пацанів. Это будет весело. Да. В Фуриона 845 монет. Влетает в Фуриона, ультует и просто минус 5. Ну, если там они все разом. А я думаю, они будут разом, потому что... Батрайдер цепляє, а вони всі агресія на нього. Карт... А, карт в криты пішов. Ага, через доїдало шелі. Чёрт його знає. Так. Люкс інвізі ходить. Ну, хотя бы прочистив ліс. Да. А, я думал, это вендета у него. Не, це просто. Да. А, вайпер уже с кольцом. Что он там будет выходить? И вот он смог от команды SD и попытка. Попытка, ну же. Ну. Вот, нарисовали планы даже. Ну не читаете, а антимага тяжко зловить, типа. Ну да, правильно. Смотри, а тут антимаг просто щип идет. Убивать всех. Надо было оп, аба такой зайти сюда и все. Ну, может бы что-то получилось, но такой просто сильные. Привязали смог, просрали фарм. Больше ничего. И что, это будет Рошан, что ли? Да, Рошан. Вот, команды Фатик. Я так понял, луна его забирает таки. Аегис. Там только, ты имеешь в виду, может? Да, да, да. У Рубика дагер появляется. Ну все, тут саппорты с дагерами, а там, короче, ботинок тип купляет, только дисраптор. Он экраном иконы пушится. И вот он Феникс, смотри, влетает он на Рошана, видит тут Картмана, ждет. А тут же Вард стоит и палят ребята его. Ладно, отпустили. Так, пол хп у Рошана есть, и мне кажется, надо забирать. Вот. Опа, хорошая бутылочка по Магнусу. Ну, сейчас, я думаю, фатик есть будет. А луна я пішла соло Петро. Соло Петро, просто соло Петро. Это ты меня там спалил, да? На тебе просто. Оп. Ой-ой-ой, смотри, дальше дерется карт, ничего не боится. Пушер сейчас затягивает у нас Магнуса, РП будет. Будет РП, нету маны на РП. И минус на издиги. Ну так все, луна я просто разбиваю лица и все. Без Аегиса. Да, без Аегиса. Прыгает дальше на ХГ и... Некра тут есть просто. Спасает. А АМ сейчас весь фармует, разумеешь? Один, кстати. Ну, зверху, он просто і формує, зараз тавер забере, да. 21-ша хвала на монтан. Все чітко. А то шалона я лице розбивала, а зараз ще антимаг залетить. Просто буде треш. Я, короче, вчора дивився ігру і грав антимаг, типа, разом з Щеном. І тут пацани пілять Рошана, знаєш, на початку самому. Ну, як на початку, хвилина десь так 20-та, довго пілять. Це просто тепашить антимага, залітає, так не то, що забирає АЕС, а він ще, типу, встигає добити його, розумієш? Всі команді, типу, даються гроші за Рошана, і цей ще забирає АЕС. Ну, дуже чітко. Самотелек.
А тут чана немає, так що не получиться сьогодні. Так, телефон у мене. Включаю. Ах, і все, смотри. Далеко не виходить у нас SD. Так, карти для Солараша. Куда-то парца Фурион. Фурион на базу просто. Типа, він збирає Некра проти Ланаї, да? Як я поняв? Ну да. І, ну, в принципі, Некра це теж плюс користь атаки, вроді. Якщо їх юзати. А так то проти Ланаї. Просто количество більше появляється. Плюс два типа. Помогает команде. Ты что? Это же самое то. Так, о, летает Батрайдерс. Пушер. Бутылочка. Летит дальше, но нет. Закрывает его тут. И Firefly отсюда. Не, возвращает еще назад его. Ставит за хорошее кольцо и... Пушер приплыл. И, кстати, гем. Забирает у нас антимаг. Не отдал он. Никому. О, Ланая тупо в соло влетает. Ульта вообще, от бога ульта. Закрив теж нормально. І ще й злився. Ой, тут полярити просто в антимага, і антимаг уходить отсюда, а пушер прилітає, цепляє у нас тут. Вайпера, і вайпер... Нужно убивать вайпера, мені кажется, да? Мінус вайпер, мінус... Хто ще тут остався? А Рубік так стілив РП, ти замітив, да? Ще Лукс тут і є. Да неужели? Картман? Да что ты? Да что ты? Минус от Картмана и минус 4. В итоге остался всего лишь один Фурион. Ну, Фурион с Некрамом мая зарешать. Вторые Некрам, походу, да? А, ну вторые. А, вторые. Это ж Шугуго. Он прыгает антимаг и начинает тут просто нарезать всех подряд, кого он видит. Задувает котел у нас тут Дизратора. Погоня за товарищем Фурионом, но Фурион прожимает меку и остается живым. Ой-ой-ой-ой-ой. Карт! Теряет Эгис под фонтаном, точнее, в фонтане прямо. И тэп-аут не будет, потому что даггер сбивается, и в итоге минус низ от команды Эмфати. Антимага уже ривер. А, ну Фурион попробовал на 25 хвилине спушить, а шось. А, ну... Да, и сюда прилетает Бэтрайдер, сейчас еще его цепан. Бэтрайдер, да. Он должен цеплять. Идеи. Лассо. Нет. До конца просто. Просто до конца. Так вы него сейчас просто будет троллать и спалить. Лассо. Вот. Вот оно лассо и... Да. Меку еще прожимает. Не, ну хорош, закрыл. Так, чтобы на веру, короче. Не получится просто. Так, цепляет тут у нас, да, минус Рубик. Я, ну в потрату стан від бога тільки, щоб десь вообще туда, от сюда. Рубик, короче, тут стоїть, цей стан сюда вибить. Спасається, топ-аут делает у нас Keeper of the Light и... О, от я АМ тобі. Весь AM. Раз. Ще ще на магазин. Прыгай, убивай просто. Просто пожалів його. І Тараска, кстати, вже ВМ. 26-та хвилина Тараска. Я все провтикав. Дейдалус появляється у Темплер Ассасін. Карта. Вайпер тут все понімає, делает ТП-аут. Не, ну хіп вообще хороший. Хоть 26-та хвилина, 260 кріпів. Ні разу його не гангало. Ну, а тепер май. Ох. Так, прыгает карт, и все. Дал там. Сколько там крит улетел, а? Где наш? Сейчас будет Магнуса цеплять. О, Батрайдер цепляет Вайпера. Да тут полный трэш начинается, потому что просто у пацанов тут... есть, да, ничего нету, чтобы... Тут антимаг разрывает. Бринг. Я Магнуса. Диги как спасается. Убивают у нас Рубика тут. И что же, дорежет кого-то антимаг еще. Да. Ультракил. Минус 4, Магнус 1 остается. Магнус никого не увозит. Давай рампагу дай, Магнус.
А, Магнус не добрий. А я тут задуває котел. Сейчас карт влетить, дивися. Кровавая бойня. От карта. Кровавая бойня, это просто. Встретимся в финале. Черт. Это с кем мне сейчас играть, мне интересно. Подожди. РП по таймингу? Ой-ой, с ТБЦ мне сейчас играть. Ой-ой. А что это за пацаны? Не знаю. Походу серьезные. Да? Так, да, вроде бы, я не знаю. Так, ГГ пишет, ребята, ливают уже потихоньку, но мы дождемся финальной таблицы. Так, может графики посмотрим. Плюс 25 тысяч. Это по XP, а по что у нас по голдам? 30 тысяч. А. Норм. Тарам-тарам-там. Оу! Вот так вот. Все, трон. Дисраптор набиваю до конца, дивись. Сейчас ще верне когось. Завози просто. Раз, два, три, четыре. И верну. И дальше трон. А, вони на нього агралися і зараз буде рампах. Ульта. Чотирьох, ультракіл. Получається. Так, ждем трон. А ні, рампага. А нема! Ха. Вот он, падає трон і... Емфатики виграють у команди SD. І проходить у нас... Семіфінал, це у нас, як називається, полуфінал. На русскому. Вот так вот. 795 ГПМ. Антимага. Ну хорош. Чё, хорош, да. Free farm. Why not? Free farm. 7-1 по киллам. Нормально. Так. Ну. Ты сейчас тоже играешь, да? Нет, я сейчас спап иду. У мене плюсів не... Да, у мене плюсів не знайшлося. Я думав, зарегаю, ти ж бачив, я там був один і 4 ТБ. Я думав, плюсів знайду. Потім, типу, Вульф мені написав, що я буду грати. Я йому сказав, що не знайшов я. Все ясно. Ладно, тоді. Давай тоді. Спасибо тебе. Я ще тебе позову, мабуть. Тобі також? Да. Удачі тобі в своїй ігрі. Там. Ти ще... Зараз такі піки просто від мене будуть. Всі діла. Це треба смотреть. Ты вообще на кому типа играешь? Я не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас такое напикаю, ребята. Ладно, удачи тебе, давай. Давай.